Делегация Ленинского района приняла участие в первом форуме по вопросам поддержки некоммерческих объединений в Подмосковье. Открыл форум губернатор Московской области Андрей Воробьев, который отметил, что открытая власть предполагает конкретное партнерство, интеграцию с общественными организациями, начиная с общественной палаты Московской области, общественных палат муниципалитетов и заканчивая взаимодействие с каждой инициативной группой. На еженедельном оперативном совещании глава района Олег Хромов перед присутствующими руководителями поставил основные задачи на предстоящий период. В том числе глава отметил необходимость качественного улучшения работы руководителей служб муниципалитета с интернет-порталом «Добродел», являющимся одним из важнейших ресурсов обратной связи с жителями. Ноября во дворце спорта «Видное» состоится первый молодежный форум Ленинского муниципального района. В программе мероприятия тематические круглые столы и образовательные программы. Регистрация участников 10 часов. С 14 октября 2015 года в Ленинском районе начал свою работу Центр тестирования Всероссийского комплекса ГТО. Первая задача для сдачи нормативов – зарегистрироваться на сайте gto.ru. Процесс регистрации совсем несложный, но если возникнут вопросы, можно обратиться по телефону 8498 547 2512.